чтобы я так жил. Смотрите. Всем привет, дорогие друзья! С вами Виктор и... Сёма! Вот ты молодец, да. Я ему сказал, чтобы громко не кричал, он теперь вот так, потихонечку. Друзья, сегодня мы приготовим классный рецепт лосося на сковороде с классным соусом. Этот рецепт уже есть у нас на канале. В самом начале нашей ютубной карьеры, наверное, года 4 назад мы его снимали. Очень хорошо, всем понравился, там почти 2 миллиона просмотров. Но многие писали, что видео слишком затянуто и слишком много воды, поэтому мы решили его сегодня переснять. Но совсем копию мы не будем делать. Там было в рецепте в соусе свежие черри-помидоры. А здесь у нас будут вот такие вот замечательные сушеные приправленные помидоры в соусе. Это, конечно, изменит вкус соуса. И такой зимний вариант, знаете, очень вкусно будет, так что смотрите. Погнали, быстро, да, в этот раз, быстро-быстро, камон. Тёма тогда был совсем маленький, а сейчас он уже может чеснок чистить, поэтому все будет быстро. Папа солит рыбу. Я тоже. Ты тоже, Матвей, еще быстрее будет. Давай. Много? Не, много не надо. Вот так. Все, хватит. Немножко перчика. Перчика. Чуть-чуть, Тёмочка. Чуть-чуть 5. Я сказала чуть-чуть 5. Давай. И с другой стороны также. Ты вот так кучу не сыпь, а ты так рассыпай везде. Все, хватит. Чесноком занимайся, нам скоро чеснок понадобится. Теперь соли. Ну, молодец, Тёмыч работает. Мы включаем тем временем плиту, нагреваем сковороду, прогреваем и убираем где-то на среднее. Не надо лососю слишком больших температур. Тоже много видео было споров, там сколько, 5 минут ее жарить, или 3 минуты, или 2 минуты. Это все относительно, да, все зависит от какая у вас сковорода, какой она теплопроводность у нее, какая у вас плита, газ там, индукционный или что-то. Это все от всего зависит. Ну, примерно мы будем сейчас жарить 2-3 минуты с одной стороны. Наливаю я оливковое масло немного сюда. Так вот. И 1,5-2 минуты с другой стороны. Потом другую сторону мы еще опустим в соус и будем доводить в соусе, поэтому она еще возьмет там свою температуру. Так, масло нагрелось и выкладываем рыбку. И тем временем нарежем чесночок. Так, прошло у нас 3 минутки примерно. Переворачиваем рыбу. Отлично, слегка она подрумянилась. Не нужно ее слишком зажаривать. Продукт нежный. Сейчас буквально одну минутку, полторы с этой стороны. Прошло 1,5 минутки. Убираю рыбу пока не в сторону. Вот видите, сбоку можно видеть, что в середине она еще сыроватая. Это сейчас будет она у нас доходить в соусе. Так, вот эта жирка, на котором я жарил рыбу и с рыбы вытопился, я его уберу, он уже такой поджаристый. Сюда в сковороду добавляю немножко сливочного масла. И чесночок пошел. И сразу быстро мы нарезаем сушеные помидорки мелко. Смотрим, чтобы чеснок не пригорел. И вот так вот еще мелко рубим их и
пошли тоже к чесноку. Слегка их обжариваем. Помидоры немножко обжарились, минутку-полторы, отдали такой свой вкус. И заливаем сливки сюда. Температура низкая, потихонечку все это происходит. Вот так вот. Смотрите, какой цвет пошел от помидор. Красота. Аромат такой. Далее у нас пойдет молодой шпинат. Все прям быстро-быстро готовится. Молодому шпинату буквально пару минут, вот сейчас он тепло почувствует, осядет, и он готов. Пока готовится шпинат, я приготовлю вот такую пасту замечательную. Паста со шпинатом. Отличное будет сочетание. Красная рыба, зеленая паста на гарнир. Подсоленную кипящую воду до готовности аль денто. Шпинат, друзья, опал. Теперь немножко подсолим. Черный перчик добавим. Теперь берем пармезан. Нужно натереть его на мелкой терке. И сюда его. Все супер. Соус готов. И теперь отправляем сюда рыбу. Вот так вот. Ай, ребятки, красота-то какая. Лимончика немного сверху на рыбку. Все. И сейчас буквально пару минуток в соусе рыбка доходит. Получается сочная, нежная, вкусная. Выключаем. Наша паста готова. И пробуем. Все так быстро, потрясающе. Ребятки, посмотрите, чтобы я так жил. Друзья, рыбу мы уже выключили, она доходит потихонечку на горячей сковородке. Теперь Тёмыч тут нарезал, нарвал базилика. Сейчас нам нужно его еще порезать и сверху еще добавить базилика. Вот так вот. И сверху немножко посыпаем слегка базиликом. Ну что, друзья, у нас все готово. Давайте снимать пробу. Вот такая вот замечательная паста. На контрасте будет отлично выглядеть. Вот так вот. Теперь берем кусочек рыбки. И вот этот вот красавчик соус, ребятки. Это просто что-то. Ну что, друг мой, попробуем. Смотри, какая красота у нас получилась, мама. И Тёма. И Тёма, и мама, все старались, и папа, смотрите. Посмотрим, какая рыбка сочная. Смотрите. Я рыбку. Давай, бери, смотрите, она прям вот как надо. Вкусно. Вкусно. Это не вкусно? Это бомба! Это вау. Не вкусно, это бомба. Да. Рыба тает во рту. Попробуй нудли. Пасту. Пасту не хочу. Пасту не хочешь, но это так называется просто. Лапша. С этим соусом потрясающе. В прошлый раз мы с рисом делали, тоже классно. Вот такой пастой. Супер. Вообще супер, да? Угу. Вообще. Готовьте обязательно такую рыбу. Тёме зашел рецепт. Помидорки вот эти сухие. Вообще красота.
со шпинатом, пармезанчиком. Ребятки, вообще, готовьте обязательно. Вообще апельсин. Вообще класс, да? Вообще апельсин. Друзья, ну вам огромное спасибо за ваше внимание. Сейчас в преддверии праздника смотрите наши плейлисты. У нас заходите в плейлисты, там все по полочкам. Блюда из мяса, из рыбы, закуски, салаты, супы. Все смотрите. Обязательно найдете себе что-нибудь для праздников. Какие-нибудь классные рецепты. До новых встреч, друзья. До новых видео. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.